27 апреля – последний рабочий день Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Был проведен показ работ, на котором участники выслушивали комментарии специалистов. Желающие оспорить свою оценку имели право подать апелляцию. Перед апелляцией я очень, на самом деле, волновался, поскольку я узнал свои баллы, от которых зависит, призерство или нет. Но поскольку я в 9 классе, то мне все равно гораздо легче, поскольку меньше конкуренции, баллы меньше. У меня все равно еще есть 2 года для того, чтобы победить, получить свой заветный диплом. У меня вот возникли некоторые вопросы относительно систем подсчета баллов во втором задании, во второй части. Все равно потом вот мне член жюри объяснил. Я смирился, понял свои ошибки и недочеты все. В следующем году еще постараюсь. Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию, которую вот в этом году доверили провести социальному факультету, для нас это мероприятие новое, но в принципе, поскольку дети приучены работать дисциплинированно, ответственно, чисто с точки зрения организации, постарались сделать все так, чтобы было удобно и школьникам, и нам, нам поскольку постольку посту, потому что, конечно, груз ответственности очень большой, с одной стороны, с другой стороны, очень хорошо работают волонтеры, все это заранее продумывается, все это, конечно, с точки зрения процессуальной нелегко, и тут я не буду лукавить, особенно вот было проблематично провести устный тур третий, сегодня день апелляционный, но факультет справился, в общем-то, справились волонтеры, поэтому, на мой взгляд, с точки зрения организации все удалось. Какие-то, наверное, вещи технического плана, судейства, это уже не моя компетенция, а что касается организации, мы постарались сделать все на достаточно приличном уровне.